Всем громадный привет! Мы, как всегда, в работе. Вот чего и вам желаю. Быть активными, позитивными живчиками, как и мы. Вот, да, и пусть у вас будет хорошо. Вы все видели, да, еще чуть-чуть, еще немножко, и мы закончим штукатурить наш забор и приступим, конечно же, к отделочке. Уже многим, конечно, не терпится поскорее увидеть результат. Вот, но пешка, вы сами знаете, где она нужна. Фу, ну что, неплохо мы стартанули, буквально осталось маленький рывочек, и наш забор уже в плане штукатурки будет окончен. Что у нас осталось? У нас осталась вот эта наша самая большая колонна. Вот, маячки я уже выставил, они схватились. Тем более, слой здесь небольшой, и штукатурить будем быстро. С этой стороны я уже закончил. Все, такая красота, нужно будет только пополивать. Поливать, чтобы это все не горело, и с этой стороны мы чик-чик-чик, все, остальные все колонны мы оштукатурили. Вот, вот такая у нас красота получилась. Вот все четочка, закладные видно, вот они у нас остались, если что к ним приваримся. Такая вот красота, уже совсем другое дело, скажите. А ра-та-ти-та-та. Все нормально, все четочка, все здорово. Розы цветут, растут и пахнут обалденно. Вот, все у нас прекрасно. Красота. Надо зайти помидоры собрать еще. Не знаю, каждый день поспевает, но не успеваем за ними. Я вообще не вижу надобности в крупных томатах. И даже вот этих кустов, все, что здесь имеется, этого, ну, хватает с головой. Вообще с головой. Даже для закатки, для еды. Ну, поэтому на следующий год я даже подумаю, может быть, меньше посадить, потому что не нужно на самом деле. А вот огурцы, по достоинству, многие оценили. И нам прям зашел этот сорт. Это китайские, да? Смотрите, какая красота. Вот. Один сорвал, и они обалденные. Кстати, кто-то сказал, что он их закатывал. И на закатку, вот на засолку они тоже четко идут. Да, напал паутинный клещ. Обрабатываем. Сегодня будет вторая обработка. Их нужно будет сделать три. Три нам обработки. Этот куст постараюсь спасти, но если ничего не получится, то придется его удалять. А насчет баклажан сказали, что это белокрылка. Вот, и она опасная, с ней тяжело бороться, нужно сильными препаратами ее обрабатывать, и нужно это массово делать. Соответственно, откуда пришла, вот эти деревья тоже нужно все обрабатывать, иначе здесь будет, ну, беда. Баклажанчики соберем, вот, везде срежем и обработаем каким-нибудь посильнее препаратом, чтобы где-то не через 10 уже можно было вот собирать новый урожай, и чтобы не было никакого вреда организму. Ну, соответственно, и перцы. Перцы, потому что тоже, смотрите, какие. Ну, они еще спеть будут, у нас еще время есть много. Но нужно будет тоже все подвязать, потому что, когда сильные дожди, кусты у нас большие. Помните, да? Они вырастают. Кстати, розмаринчик, вот он растет. Все прекрасно. Вот, правда, медленно. Не знаю, у всех, наверное, так. Это первый год, и мы его сажаем. Вот какие-то крупные помидоры, я не знаю, что это за сорт. Семена сами не выросли. Вот это, скорее всего, черри. Вот этот, он очень высокорослый. Вот. Но все остальное, все покажу, расскажу. Так что все, друзья, сегодня добиваем забор, но перед этим нужно классно подкрепиться. Тем более, сегодня у нас деликатес, да, мы сегодня будем делать классное обалденное копчение. Сейчас я поеду возьму мяско. В общем, оставайтесь, сегодня будет интересно, смачно, вкусно. Сегодня будет прям, как всегда, от души. Вот чего и вам желаю, вам тоже приятного аппетита, да, ешьте, пейте, будьте здоровы, оставайтесь с нами, потому что, да, с нами, как всегда, интересно. Ну, погнали дальше. Красота. Мы это все разделаем, посолим. Вот. Солить будем, наверное, в аккумуляторе, потому что прошлый раз прям, я не знаю, повторили вы это или нет, у кого есть вакууматор, обязательно попробуйте засолить и завакуумировать там. Мы делали пузанину, она просто, она, это было
взрыв мозга на самом деле. Она просто нежнейшая получилась. Я понимаю, что курица тоже нежная. Вот. Ну, во-первых, в вакууматоре намного проще. Никуда ничего нигде не прольется. Оно классно там рассолится. И плюс это дело быстрее происходит. Быстрее, да. Намного быстрее. Солили мы это все дело 3 дня. После этого нужно хорошенько просушить нашу курочку. Это еще около суток. Но есть большой соблазн у наших котов, поэтому будьте аккуратны. Вот такая красота получилась. А коптить мы будем на нашей прекрасной коптильне от Hobby Smoke. Она себя прекрасно зарекомендовала. Пользуемся мы ей уже второй год. И все прекрасно получается. И у вас обязательно получится. Щипа у нас уже есть. Сегодня это у нас яблоня. Помещаем наши прекрасные бедрышки в нашу коптильню от Hobby Smoke. Посмотрите, что за красота. Уже слюни потекли. А что будет дальше? Страшно подумать. Закрываем. Засыпаем нашу щепу в наш дымогенератор. Закрываем крышку. Включаем компрессор. Разжигаем. И вуаля, красота. Смотрите, что здесь творится. Наше копчение началось. Коптить будем 8-10 часов. Ну что, смотрим. Это что-то с чем-то. Невозможно описать этот аромат. Это нужно попробовать. А обязательно. Чем скорее и тем лучше. А, от души. Посмотрите, что за красота. Хоть бы руку не откусить себе. Сейчас не удивляйтесь, почему наша курочка находится в воде. Дело в том, что после копчения мы будем отваривать нашу курочку. Не до копчения. Но смотрите сами, если вам нравится до копчения, то пожалуйста. Момент истины. Обожаю данный процесс. Вот этот промежуток времени, когда нужно продегустировать. Цвет даже стал насыщенней, интересней, ароматнее. Наша курочка отварилась, мы так сделали. Одну отварили немножечко посильнее, другую послабже, да? Друзья, по времени здесь я вам четко не могу сказать, потому что все зависит от вашей курицы. Что за курица, какое мясо. Вот. Поэтому в этом плане уже сами там, ну, шпажечкой, ножичком, там нет-нет, пока никто не видит, откусили, попробовали. Аромат стоит просто нереальный на весь дом. Потом мясо дать остыть, чтобы она постояла, и уже потом все вы можете либо в холодильничек, либо его завакуумировать, там уже смотрите сами, да, угу. Либо быстренько все это съесть. Ну, конечно, если завакуумируете, запахи, они останутся внутри, и срок хранения будет много. А, это тема вообще. Я перед этим воды выпил, потому что думал, я от слюны задохнусь вообще просто. Я думала, Федор ножиком это все дело будет. Давай покажем, как оно внутри. Нельзя это показывать. Классно, обалденно. Видите? Да, она даже не беленькая, она вот прокоптилась, проникла внутрь. И аромат просто сумасшедший. Наташа, ну подожди чуть-чуть. Первым делом нужно удостовериться, что... Попробовал, как тебе, жестковато или нет? Да, обалденно. И не жестко, и не вот сильно мягко. Вот эта золотая середина, прям сегодня мы угадали. Друзья, ну сами все видели. Сейчас домашнее копчение, потому что на него очень громадный спрос. И я вам скажу, что в месяц можно там от 50 до 100 тысяч рублей запросто зарабатывать. Да, есть хорошая, качественная продукция. И поверьте, клиента вы всегда найдете. У Hobby Smoke есть большие коптильни, как для горячего, так и для холодного копчения. Если уже профессиональные, пожалуйста, можете зайти на сайт. Очень большая линейка, большой выбор. Почему выбрали Hobby Smoke? Да все очень просто. И первым делом, конечно же, читаем отзывы. Громадное количество, и все прекрасные, положительные, хорошие. Очень порадовало, что это наше производство. Производят ребята здесь, в России, производят данные. Коптильня с 2014 года и себя прекрасно зарекомендовали. Почему бы и нет поддержать нашего прекрасного производителя? Это не может не радовать. Конечно же, прекрасное соотношение цены и качества. Более ребята дают на дымогенераторы гарантию, друзья, 10 лет. Молодцы, все сделано по-простому, но классно работает. Подожгли, насыпали, буквально я там взял, видели, да, маленькие два пакетика щепы и закоптил нашу курочку. Уверен, будете спрашивать, интересоваться, где приобрести вот такое чудо-чудное. Ссылочку на магазин я оставлю внизу в описании под видео. Переходите по ссылке, оставляйте заявку.
Но и для вас будет еще один приятный бонус. Лично от нас будет промокод на скидку 10% на все оборудование. 5% на камеры супер. Друзья, успейте воспользоваться данным предложением, так как оно будет действительно всего 2 недели. А вам хороших, приятных заготовок, вот таких шикарных копчений. Приятного вам аппетита. Ешьте, ешьте, пейте от души. Дай Бог вам здоровья. Еще раз хочу сказать, что ваши столы открывались только на самое хорошее. Счастье вам, дом, мира. Вот, я погнал, затащу эту курочку. Это, ну, это шикарно просто. У меня уже... От еды многое зависит, вот, хотя кто-то бывает спорит, поверьте. Вот есть пища, которая шикарно приготовлена, очень вкусная. У вас настроение будет, как у нас, да еще лучше будет. Правда, что творится за кадром, вы еще не видели. Это вообще наркотик. Все, друзья, крепимся и вперед, работы дофига. Погнали. Наконец-то мы закончили штукатурить наш забор. Сегодня опять стоит жара, поэтому уходим в тень заниматься мелкими делами по дому. А их немало. Сегодня у нас полочный день. Много что нужно повесить. А точно здесь нужно обязательно. А вы знали о том, что у бренда Рокодил вышел новый лазерный уровень? Данный бренд становится очень популярным. Производитель постоянно совершенствует свои модели, прислушивается к мнениям пользователей, выпуская улучшенные версии. И это приятно слышать. Хорошая комплектация. Магнитное крепление. Микролифт. Прикольная штука, кстати. Зарядное устройство со шнуром Type-C. Пульт дистанционного управления. Я кайфанул от него. Аккумулятор литий-ионный на 4800 ампер-часов, что позволяет беспрерывно работать более 10 часов. У самого уровня хорошая резиновая защита башен и корпуса, а силиконовые уплотнители препятствуют попаданию пыли и влаги под стекло башен, смягчают нагрузку при падении и защищают стекла от повреждений. Рокодил Ray Max – это лазерный уровень, предназначенный для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Инструмент позволит добиться определенной точности в измерениях и обеспечит качественный результат в ремонтных, отделочных и ландшафтных других типах работ. Функциональная модель подходит как для бытовых задач, так и для профессионального применения. Уровень проецирует 16 лазерных лучей на 360 градусов. Он имеет 4 лазерных излучателя, по 2 для построения линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Лучи пересекаются между собой в 10 точках, образуя 10 перекрестий с углом 90 градусов. Имеется точка отвеса, с помощью которой можно перенести отметки с пола на потолок или наоборот. Возможная погрешность построения сведена к минимуму, составляет не более 0,2 мм на метр. В модели предусмотрен не только верхний, но и нижний горизонт, что особенно удобно при укладке плитки, плинтуса и других напольных материалов. Яркий луч зеленого цвета отлично виден в помещении с интенсивным освещением и даже на улице. Есть 5 режимов регулировки яркости, поэтому работа будет комфортной в различных условиях освещения. Дальность проецирования лучей около 30 метров, дает возможность использовать уровень на большой площади. Функция автоматического самовыравнивания позволит исключить случайные ошибки оператора. При необходимости функцию, конечно же, можно отключить. Гарантия на Рокодила Raymax 5 лет. Производитель уверен в своем продукте, поэтому дает гарантию на длительный период. Со своей задачей справился на отлично. Уровень не зашел, уверен и понравится вам. Поэтому ссылку, где его можно приобрести, оставлю в описании под видео. Ну а вам хороших покупок и легкого ремонта. А мы погнали дальше. Так, ну что, все, вот мы и поработали. Что творилось ночью? Сейчас поменьше. Покажу, в том году они прилетали тут вообще. Напали здесь, облепили вообще весь дом, караул. Вот такие, то ли это жучки, не знаю, это личинки с озера, по-моему, посмотрите, сколько их. Они уже все, они один день, по-моему, живут и все, смотрите. Ё-моё, вообще. Караул, полетела куча. Тут рядом с озером живем, наверное, поэтому. Фу, ну что, все, друзья, да? Закончили мы штукатурить. Не могу вас не поздравить с этой прекрасной новостью. Вот такая красота у нас получилась. А? Все четенько. Все классно, все так, как надо. Тут иду, стенки поливаю наши, чтобы они крепче становились. И потом понимаю, что все да не все. Мы единственное, одну сторону забыли штукатурить, помните, да, с этой стороны. Вот у нас голая осталась, потому что я здесь натяжку делал тросиком под наше крепление, чтобы у нас тут тенечек был. Ну ничего, здесь делов буквально пол ведра нашего раствора. Кстати, за раствор многие спрашивали, что за раствор, как делаешь. Быстрота работы увеличивается. Во-первых, смотрите, мы накидали, нам не нужно ждать, пока наш раствор высохнет. Но это не считается того, наверное, толстого слоя. Хотя при соотношении, если слой толстый, можно делать раствор густым, густым таким вязким, да. И плюс какой, большой толщины, прям правило можно брать, сразу этот раствор тянуть, как гипсовую штукатурку. Вот, и вот не происходит вот этого, когда мы просто берем смесь цемента, песка, да, штукатурной, когда это все начинает сыпаться, потом это мы все собираем, потом это все затираем, а здесь просто тянешь. Чик-чик накидал, ву, протянул, чик-чик-чик-чик, и пошло, и пошло. Вот, это в этом, конечно, плюс. Плюс еще в плиточном клее, потому что он дает тоже определенную прочность, эластичность раствора, тем самым, ну, к примеру, я замечаю трещин, я не наблюдаю здесь вообще трещин, хотя слой небольшой, сами понимаете, раствор должен был быстро высохнуть, вот, и стандартно цементно-песчаная смесь начинает трескаться на
в наших стенах, ну, где вы ее применяете. В отличие от клея, вот видите клей? Ох, муравьи как забегали. И вы куда там жить собрались? Банда, давай назад. Клей нигде не потрескался, абсолютно нигде. Вот. Хотя здесь слой какой, минимальный. Выходит немного дороже, но я считаю, прям все крепенько получается. Самое, это самое главное результат. Потому что забор, это же не на один день строится. А строится на года, а может быть даже на века. Но с учетом того, что у нас тут вообще почти монолитные колонны, должен он неплохо простоять. Но, в принципе, все. Верха нужно будет немного почистить. Потому что у нас, вот видите, где-то есть выступы. Вот так наплывчики сразу не убирал. Ну, это мы пройдем, в принципе, болгаркой. Возьмем диск по бетону и срежем это все, подровняем. И сюда у нас уже будут колпаки. Что у нас дальше? Здесь мы тоже разогнались. Вот. Почистили, все убрали. Все. Потому что мне нужно был луч увидеть от нашего лазера. И я пробил ноль. Пробил ноль, сделал отметку. Вот. У нас получилось. Вот он наш ноль, фундамент. Ну, плюс мы еще немножечко закопаемся под наш забор. И, соответственно, сбивать опалубку и заливать сюда ленточный фундамент. Единственное, смотрите, у нас забор выходил вот здесь ноль. Вот, то бишь, вот это моя сторона, а здесь уже соседская. Но, смотрите, с учетом того, что труба это уже старая довольно-таки, да, и вообще вот такими трубами уже не пользуются. Их уже, по-моему, даже запрещают вот такие трубы ставить. Вот, сейчас стандартно выводят другую систему под котельную. И со временем, если эту трубу разберут, потому что, друзья, знаю, вы все пишете, купите землю, купите план. Я уже узнавал насчет земли, пока не продают. Не продают вот этот данный участок. Но смотрите, что может произойти. Если я здесь ноль оставлю, вот сюда примыкание будет нашего забора, и со временем уберут вот эту трубу, то здесь у нас будет пустота. И, во-первых, у меня штакетника в наличии уже не будет этого. Вот. Поэтому что мы сделаем? Мы, как говорится, народ не жадный. Мы к себе немножечко сюда выступ делаем. Забор заходит вот сюда, за данную трубу. Вот. И все. И при каких-то там раскладах, если эту трубу уберут, у нас здесь ровненький забор закрытый остается с нашим евроштакетником. Вот, в этом плане. Я думаю, я правильно объяснил и мысль, мою суть уловили. Вот, потому что оставим там, получится дыра. Поэтому вот так под ноль упираемся, соответственно, в нашу стену. Мы это все закрываем, заливаем, ставим столбы. Нужно будет заглушки, кстати, купить. Покрасить я заказал краску графитовую, матовый цвет. Вот на озоне сейчас придет. Вот, будем красить столбы, к этому времени уже собьем опалубку, здесь траншею пророем и все, в принципе, будем заливать фундамент. Кстати, метка, вот этот от душа, мы его поставим, где планировался уличный туалет, потому что, ну, и снаружи обошьем USB плитами, вот у нас там плиты стоят, которые я на улице загораживаю. Не жалко, пусть уже разбухают, потому что, ну, ребята будут строить. И они же здесь будут днями работать. В туалет нужно будет сходить куда-то, что-то. Вот. В дом они не набегаются. Вот. И поэтому на улице обошью, временно вот это поставлю. И спокойненько будет уличный туалет. А потом мы все это закопаем, замуруем и прямую врезку сделаем прямо напрямую к нашему септику. Вот. Даже, возможно, там воду подведем и сделаем теплые полы. Жара. Ну, в принципе, все нормально, потихонечку продвигаемся. Работы у нас ведутся. Материал я потихоньку закупаю для нашей крыши. Крыши быть, в этом году у нас будет новая крыша. Вот. Конечно, теперь водосточка немного, так сказать, напрягает, да? Она у нас коричневая. И у нас закладные, где мы делали под водосточку, под крепеж, где мы крепили, там панели такие тоже у нас металлические. Тоже у нас получаются коричневые, а крышу мы хотим тоже выбрать серый, там графитовый цвет. А нашел одну гибкую черепицу, вообще бомба, просто не представляете, ее нет. Она будет только
в середине августа, то ли ближе к сентябрю. Вот. Я просто не знаю, когда ребята. Ребята могут раньше освободиться, позвонить, и я им же не скажу, ребят, у меня материала нет. Ну, хотя, опять же, пока они будут разбирать, они сказали за 2 недели, я не знаю, сколько их там будет человек, они полностью снимут старый шифер волновой, да, и полностью все разберут, поправят балки, там отрегулируют, да, там высоту, соответственно, где провал, где усилят, сделают новую обрешетку, сделают ковровое вот это покрытие под гибкую черепицу. Вот, и это тоже пройдет время. Но фишка там такая, что мы когда были в Архипоосиповке, мы зашли, я увидел там серо-светлую, она такая интересная, цвет, брусчатку. И меня она просто зацепила, этот цвет меня убил просто. И представляете, под брусчатку, вот дизайн черепицы я увидел на крышу, и вот представляете, у вас во дворе брусчатка таким цветом и крыша, она тоже идет как кирпичики, это черепица, плюс у нас будет серый графитовый штакетник, колпаки, и это обалденно, мне кажется, будет сочетаться вообще просто бомба. И за что я говорю, если бы еще водосток был бы тоже вот таким графитовым серым цветом, ну, вообще прям было бы все прям супер, да? В плане проводки, почему ты не завел, не сделал. Проводка там подведена, мне нужно будет, наверное, взять штраборез, я так думаю. Потому что нам еще пригодится. И нам нужно будет, получается, в 3 колоннах. Это первая колонна, подводка будет, питание основное будет. Вот у нас 220 под блок управления наших автоматических ворот. Дальше у нас идет на 2-й привод распашных ворот, это будет 2-я колонна, туда нужно будет сделать штраборезом и провод закласть. И где наша калитка, туда тоже будет подводить, будем подводить электричество, но там питание, по-моему, у нас 12 вольт, это наш, хотя можно и не подводить, у нас беспроводной домофон, шикарная вещь, также беспроводные камеры, и заряжать их там приходится всего лишь там домофон где-то раз в 3 месяца, в 4, ну, в зависимости от того, сколько он этих манипуляций ловит. Ну, когда происходит движение, запись и прочее, прочее. Светильники мы напрямую не будем подключать. Решили мы сделать так, что, ну, нас выручит, как всегда, наш любимый AliExpress, потому что что-то на Валберес какие-то конские цены в плане светильников. Ну, просто смотрите, этот же светильник на Валберес, к примеру, стоит 2000 рублей, а на Алиэкспрессе я его заказал там за 400 рублей. На солнечных батареях с утра он будет заряжаться, вечером будет он освещать. Вот, в этом плане повесим, увидите, как это все будет выглядеть. Ну, в общем, с улицы нужно будет все это оформить. То есть плитка, сами понимаете, выровнять уровень, оформить, посадить интересные деревья. Вот единственное, знаете, что туда бы хорошо бы, вот надо было сразу это продумать. Сейчас я даже не знаю, как бы мы вот это все, как бы это все оформить нам. Там у нас уже фундамент, но можно будет пробить, подвести воду, сделать какой-нибудь скрытый колодец. И, к примеру, те же у нас деревья, которые будут, там тойки, к примеру, декоративные или еще что-то. Оттуда подключать воду на капельный полив, я считаю, это шикарно. Не тянуть вот эти шланги постоянные, вот эти метражи. Я считаю, что в доме должно очень много быть точек. На улице, да, как и в доме, к примеру, розетки, да, у вас говорят, их должно быть много. Так и в доме, так и у вас во дворе должно быть очень много выходов под воду. Машинку помыть, я не знаю, двор там где-то помыть, водички набрать. Не нужно бежать куда-то, брать шланг, тянуть, потом это сматывать. На самом деле, один раз провел, это ваши большие удобства такие. На зиму все закрыл, это заглушил, это очень удобно на самом деле. Вот сейчас я в огород вывел, у меня там вот такой синенький кусок шланга, который подходит к автополиву. Все, я кран открыл, красота, вуаля, все поливается, все супер, все здорово. Вот. Почему мы так не делаем, я не знаю. И это же ваша комфортность, ваши условия. И на самом деле это здорово, когда вот. Также уличные розетки, желательно их тоже много где поставить. Понимаю, дети, вы сейчас скажете, все, ну, везде нужно ставить защиту, это само собой, все понятно. Но удобно, не нужно, я говорю, тащить через 3 спальни, там в какую-то розетку втыкать, эти переноски через окна вытаскивать, с улицы подключили, спокойненько все работает. Ну, у нас розетка в любом случае будет, где блок управления ворот,
Сюда у нас сверху на крыше там закладная есть, провода мы водили, потому что рассчитывали на террасу. Вот. Ну и все эти манипуляции, конечно, когда ты сделаешь, удобств будет очень много. Вот, и в принципе, что нам останется? Да еще дофига чего останется. Дофига чего останется, ребята. Внутри, все знаете, нашу большую проблему — это водопровод, канализацию. Нужно будет это все копать, клумбу оформлять, двор выравнивать. В общем, работы очень много еще. Ну и по внутрянке, по дому, все вы знаете, у нас много недоделок. Даже не то, что недоделок, уже переделок. Тёмычу зашли, вот жарко было, делать нечего. Пошли ему полочки повесили, прикольно, кстати. Напишите, как вам, как они смотрятся. Полочки заказывали, по-моему, на Валберес. И почему там? Потому что вот этих идеальных размеров мы больше нигде не нашли. А как раз мы нашли на ширину, на глубину нашего шкафа и на тот выступ на окне. Вот, и эти полочки идеально вписались. Тёме тоже потихонечку кидаем, завершаем, и в принципе вы потом уже увидите, да, преображение. И уже честно хочется опять все переделать. Да. Вот, ну все увидите, и будет и ремонт, и отдых, и развлечения, и эмоции, и мотивация шикарная. Все мы сможем, все успеем, мы вас обязательно многим удивим. С вами немного поговорили. Хоть и говорят, что я много разговариваю, друзья, но поверьте, в этой жизни не надо быть тихонями, не нужно там молчать, нужно говорить, чтобы вас слышали, чтобы вас услышали, чтобы вас увидели. Если вы будете всю жизнь молчать, ничего от этого хорошего не получится, поэтому говорите много, громко, пойте, танцуйте, это ваша жизнь, мои дорогие, вот. Живите так, как вам хочется, вот, что вы чувствуете, вот так и живите, жить этой жизнью от всей души, мои дорогие. Пусть у вас все будет хорошо, один раз живем, все у вас получится, всех благ вам, мои дорогие. Главное, крепкого здоровья, мира вам, вас всех крепко от души обнимаем, скоро мы с вами обязательно увидимся, всем счастливо, всем пока, друзья, берегитесь. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that hurtful.